Всем привет, это Марк Бартон, рад, что вы смотрите это видео. Сегодня поговорим на очень интересную тему, как удивить мужчину в постели, пять способов это сделать и просто разорвать его в клочья, чтобы он, проснувшись утром, сказал, о боже, пошел я в магазин с бриллиантами покупать свои Али самый большой и чистый бриллиант на свете. А, тему, откуда появилась-то вообще? Я нарвался на различные источники в сети интернет. По какой-то причине они пользуются спросом, и там многие из вас берут информацию. И различные эксперты дают вам рекомендации, якобы, используя которые, вы сможете действительно довести мужчину до сумасшествия и стать для него суперлюбовницей. Вот сегодня мы с вами об этом обязательно поговорим. Обязательно досмотрите видео до конца, потому что если вы так пытаетесь удивить своего мужчину, я думаю, что либо он от вас сбежит в скором будущем, либо вы от него сбежите, либо мозоль натрете, либо вообще сотретесь. Чуть не сказал очень нехорошее матерное слово. Поэтому будьте внимательны. Вот сегодня поговорим с вами о пяти ваших таких способах излюбленных, которые девушки берут в сети интернет. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я расскажу о самом страшном мифе. После, вот если вы будете это делать, исследовать эти рекомендации, мужик от вас 100% убежит. Никогда с вами не будет. Вот от слова совсем. Как бы вы ни старались. Хоть на мостик становитесь. Ничего не поможет. Итак, первая рекомендация, которая дается значит, на этом сайте девушкам. Воплотите в реальности его самую смелую мечту. Сейчас, если вы подойдете к своему мужчине и скажете, какая у тебя самая смелая фантазия, которую ты бы хотел реализовать со мной э, в сексе, я вас уверяю, 90% мужчин подумают о том, что было бы неплохо, чтобы с вами рядом в постели оказалась какая-то страстная, классная телочка. Какая-то часть мужчин в этом не признается и скажет, что «Ой, да ты что, мне тебя хватает, да куда мне еще?» Какая ерунда. Так вот, что касается реализации самых таких сокровенных фантазий. Да, действительно, у мужчины могут быть какие-то секретики, о которых ему, возможно, не совсем ну, как бы комфортно признаться женщине. Это может быть все, что угодно. Может быть, мужчину заводит какой-то публичный секс, либо секс, когда, э, не знаю, в каких-то экстремальных условиях, а может быть, сексуальная близость, я не знаю, там хоть в прыжке с парашютом, или при нырянии в подводу с аквалангом может быть всякое. Девушки, я, кстати, хочу попросить вас: э, во-первых, спросить у своего мужчины о его самых сокровенных фантазиях в сексе с вами. И, а если вы уже знаете о них, напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем. Возможно, вас просил ваш мужчина, либо вы предположили и решили предугадать. Вот одна девушка, мне помню, писала, что она сделала своему мужчине подарок на 23 февраля, наняла ему стриптизершу с продолжением. То есть, как бы он приезжает домой с работы, а там у него стрипуха. И она танцует, представляете, встречает его у порога, берет его за руку, отводит его там куда-то в комнату, начинает танцевать, раздеваться, потом сопровождает его в душ, моет его из душа как бы обратно, оттрахала его, жена это все сидит, значит, смотрит, такая радостная, довольная. Вот, может быть, у вас так было, может быть, какие-то другие фантазии. В общем, поделитесь обязательно своей историей под этим видео. Так вот, если мы говорим с вами о фантазиях, эти фантазии в первую очередь не должны ни в коем случае идти в отторжение с вашим внутренним состоянием. Если вы думаете, что вы будете совершать какие-то мега супер крутые поступки в сексуальной жизни ради того, чтобы эти отношения крепли, вы ошибаетесь. Вот некоторые девушки с целью сохранить отношения соглашаются на секс втроем, кто-то и в четвером, там, и в пятером, Какие-то девушки соглашаются на реализацию мужской фантазии, которая полностью противоречит внутреннему состоянию женщин. Рано или поздно для вас сексуальная близость будет чем? Чем-то очень неприятным, чем-то нарушающим ваши границы личного пространства и вызывающим отторжение. И запомните раз и навсегда, реализация фантазии совместная может быть только в том случае, если в отношениях присутствует доверие, принятие, любовь и забота. Если в общем в отношениях бардак, а вы пытаетесь их спасти исключительно через разнообразие и реализацию фантазии мужчины в сексуальной сфере, у вас никогда ничего не получится. У меня, кстати, скоро на моем канале выйдет очень интересное видео «7 признаков здоровых отношений». И для того, чтобы вы его не пропустили, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте напоминание, то есть нажмите на колокольчик, чтобы видеть, когда появляются видео, и вы узнаете. Являются ли ваши отношения зрелыми, счастливыми? А если не являются, то каким образом их привести к этому состоянию? Второй э, совет, который значит, я обнаружил на этом сайте. Будь громкой. То есть по какой-то причине этот эксперт считает, что если женщина орет как потерпевшая, если она издает какие-то мега суперзвуки, и начинает соседи стучать по батареям, по трубам, и она слышит уже по стояку туалетному «да заткнись ты», то это значит, мужчина будет в восторге. Мы никогда не думали о том, что звукоизвлечение, оно имеет какое-то э, связующее звено с ощущениями. То есть это как будет бы что-то единое, да, как труба такая. Ну, как бы, может быть я громко скажу это, грубовато будет звучать. Труба, соединяющая матку и горло женщины. И действительно, если посмотреть там, на телесную метафору, если разобрать телесно-ориентированную терапию, то очень часто, например, Женщина может за счет громкого звукоизвлечения компенсировать недостающие ощущения, например, при той же анаргозмии. О чем идет речь? Речь идет о том, что не всегда громкие звуки могут мужчину каким-то образом возбудить еще сильнее. Да, возможно, это на какого-то мужчину с внутренними травмами и произведет впечатление когда он входит в женщину, а она так кричит, и она так рвет эту простынь. И ему будет казаться, вот это я тигр, вот это я лев, вот это я герой, вот это я молодец какой. По факту никак это не улучшает качество сексуальных отношений. Понятно, что не должно быть крайности, да? когда женщина вообще играет в молчаливую черепашку, или когда она орет как сумасшедшая и все соседи возмущены громкость во время сексуальной близости с мужчиной никак не повлияет на то, что он сформирует о вас мнение, что вы мега супер страстны. Возможно, в некоторых случаях это даже приведет к дискомфорту, потому что многим мужчинам это может даже и не нравиться. Это, кстати, же интересно, да? Мужчины-то реже вообще издают звуки. Есть мужики, любовники вообще молчуны. То есть он там будет пыхтеть, свистеть, я не знаю, там сопеть, у него пот будет уже седьмой сходить, у вас уже вся спина мокрая будет. И он оргазм будет получать, там кончать, и даже слова не произнесет. А в конце просто скажет, я все, а ты? А вам-то хочется понять, как бы услышать что-то. Вот мне кажется, что подобный, подобная рекомендация, она в большей степени даже к мужчинам относится. Потому что мужикам нужно работать со своим звукоизвлечением. Не орать как потерпевшему на женщину свою во время скандала, а лучше издавать какие-то звуки. Герман, ты стонешь во время секса? Обязательно. Вот, видите, Герман издает звуки. Но по Это тяно, как? Ну, «Э типа того, uh -oh. больше Я недавно рассказывал историю в прямом эфире, когда, значит, ко мне приходила семейная пара, у них возникла проблема. У женщины сформировалась такая фригидность психогенная. То есть она не хочет заниматься сексом со своим мужчиной. Причина следующая. С недавних пор, причем так было не всегда, мужчина во время близости женщины начал производить такие звуки, что у нее пропадает все желание. А эти звуки напоминали крик чайки в порту. Вот. И он это делал так громко, что соседи просили заткнуться. Но так как на одной лестничной площадке все друг друга знают, и когда я заходила в лифт с соседями, я краснела, потому что чувствовала, как они вот хотят сказать о том, ты что ж ты так орешь, дура. А я-то не могу в лифте сказать им, вот, что да это не я, это мой муж так орет. А он действительно так кричал, еще таким тоненьким голосом, но мы с ним разобрались, почему так произошло на фоне каких событий и обстоятельств, так значит у него сформировалась такая привычка и с этим разобрались. Поэтому будьте бдительны и внимательны. Не знаю, может быть кто-то из ваших мужчин издает какие-то странные звуки там во время секса, на матом ругается, например, или там зовет маму, допустим. Да, мне одна женщина написала: мужчина когда кончают, постоянно кричит: Мама, мамочка! Вот так. Напишите в комментариях, может быть, и у вас есть какие-то особенности и странности в поведении вашего мужчины нынешнего, а может быть, например, мужчины в прошлых отношениях. Я, кстати, еще один случай вспомнил: ко мне приходила одна девушка и рассказывала про парня, который не мог испытать оргазм до тех пор, пока не возьмет в руки емкость, в которой находится молоко. Обычное коровье молоко, Там пакет с молоком, стакан с молоком. То есть он должен либо в руке у него быть, либо в поле зрения, что главное, чтобы он прикасался к нему. Вот, как бы, вот так что же Вот он не может вот Надо, Вот он идет заниматься сексом, а вот обязательно, чтобы пакет с молоком стоял процент жирности 3,2. Ну, это я уже пошутил, я не знаю, может быть, там полтора. Но главное, что было написано молоко. Третий очень интересный такой пунктик, предложение. Купите что-нибудь новенькое, эдакое, в магазине для взрослых. И мы сейчас об этом поговорим. Но прежде чем вы пойдете лазить по этим сайтам и выбирать себе что-то новенькое для отношений сексуальных, лучше по ссылке переходите под этим видео. И абсолютно бесплатно проходите регистрацию на мой пятидневный онлайн-интенсив. Я такая одна, удобная или уникальная. Информации полезной, научно доказанной будет столько, что, возможно, вам и не понадобится идти тратить деньги, приобретая какую-то ерунду в интим-магазине. А вы справитесь за счет своих внутренних ресурсов, фантазии, любви к себе и здоровой самооценки. Под этим видео есть ссылочки. Переходите по ней, регистрируйтесь, и все будет прекрасно. Будет у вас замечательный секс и здоровая самооценка и крепкие отношения. Так вот, купите что-нибудь новенькое. Рассказываю вам историю. Пошла женщина в магазин и решила приобрести там фалоимитатор. Вот. При этом она это сделала по согласованию со своим мужчиной. Почему? Потому что последовало пункту реализуй фантазию своего мужчины. Она спросила у него, что бы ты хотел. А он говорит, ты знаешь, меня очень возбуждает, когда я представляю, что с нами в постели есть кто-то еще. И не женщина, а мужчина. Меня эта мысль заводит. Может быть, нам купить с тобой фалоимитатор? И женщина сказала, окей. И она принесла домой такую дилду, что на фоне члена ее мужчины это была просто огромная лопата для вскапывания огорода. И когда мужчина в порыве сексуального возбуждения обнаружил в постели вот этот огромный фалоимитатор, который в раз так 18 превосходит по размерам его собственный член, у него пропала эрекция. Он потерпел фиаско и ушел в себя. Понадобилось не, понадобился не один месяц терапии, ни одно посещение а, сексолога, а, сексопатолога для того, чтобы проработать травму. Поэтому, когда вы пытаетесь реализовывать какую-то фантазию или разнообразить свою а, жизнь сексуальную а, при помощи каких-то предметов, фалоимитатор, я не знаю, что там, какие-то перетяжки, затяжки, помпы. Там, ну, я заходил на сайт, смотрел, там столько всего есть, мама дорогая. Без инструкции подробно не разберешься. Это все должно происходить по согласованию со своим партнером. И желательно, чтобы это согласование имело форму зрелую. Если вы хотите что-то купить, пойдите, сделайте это вместе. Ну, или хотя бы выберите вместе. Ладно, там уже не важно, кто идет покупать. Чтобы не было вот таких сюрпризов. И опять же таки, очень важный и нужный момент, на который нужно обратить внимание. Любые новшества в сексуальной близости, особенно связанные с приобретением каких-то сопутствующих товаров, они требуют от двух партнеров зрелости. Почему зрелости? Вот я вам привел уже пример. Да? Там мужчина Ушел в, в какую-то травму а, только потому, что жена по какой-то причине приобрела фалоимитатор больше, чем его член. Во много-во много раз. Как вы думаете, с какими вопросами он пришел к специалисту? Первое. Видимо, моя жена недовольна размером моего члена и молчала все эти годы, не говорила мне. А тут бессознательно, не сообразив, купила себе вот такую елду. Ух ты, ептель-моптель. Теперь он постоянно с этими мыслями находится. Это только одна из установок. И чтобы такого не было, не соглашайтесь на эксперименты при помощи внедрения каких-то вот таких интересных товаров, если вы к этому не готовы. Делать это ради того, чтобы вашему партнеру было хорошо, не надо. Я вам расскажу другую историю. Одна женщина, одну женщину, значит, мужчина попросил, ну, жену свою, попросил купить костюм медсестры. И она купила себе костюм медсестры, там этот, у нее все дела, белая форма, колпачок на голове, там, значит, у нее с крестиком красным. Они там позанимались сексом, все было здорово и замечательно. И теперь каждый раз, когда мимо их автомобиля проезжает скорая помощь, когда они оказываются в какой-то клинике. То есть у нее постоянно навязчивая мысль о том, что моего мужа возбуждают люди в халатах что ему нравятся женщины, блин, врачи, медсестры. То есть для мужчины это может быть просто какая-то разовая фантазия. Вот он захотел поставить пунктик в своем сознании. Хочу медсестру. И вот он с женой переспал, а жена-то потом об этом ходит, думает годами. О чем и говорит это? О том, что в отношениях очень важно слышать друг друга. И в первую очередь себя. Если вы не готовы к такому эксперименту, не идите на него. Не нужно. Вот, если вы хотите, я могу вообще отдельно записать видео вот с этими разными интересными историями, связанными с различными экспериментами в сексуальной жизни. Возьму исключительно так, чтобы посмеяться можно было. Не погрустить. Грусти так хватает. Вот чем больше лайков будет и чем больше позитивных комментариев под этим видео, я вам даю слово, что я запишу это видео. Далее, четвертый, четвертый миф. Делайте мужчине комплименты. Безу... Понятно, да, что все люди любят слышать что-то приятное, хорошее о себе. Но комплимент комплимент рознь. То есть, когда женщина хвалит мужчину за то, что он просто есть у нее, это не рабочий комплимент. Он способствует тому, чтобы у мужчины развивались такие нарциссические наклонности: самолюбование, самовлюбленность, эгоцентризм. Это, это сработает, да. Делать комплименты мужчине на основании его действий и поступков ⁇ это более эффективная стратегия. Но в данном случае речь идет о чем? Речь идет о близости с мужчиной. То есть о том, что во время секса женщина должна делать мужчине комплименты. Не должна, а может. Это нужно запомнить навсегда. То есть если вы готовы сконцентрироваться на какой-то комплиментарности во время близости, ну делайте это. Если не готовы искусственно делать комплименты, не надо. О боже, ты такой классный. О боже, ты такой сильный. О боже, о вот это да, вот это вот. Не надо. Будьте естественны. Если вы чувствуете, что хотите что-то сказать мужчине, скажите. Если не чувствуете, что готовы к какому-то диалогу еще во время секса, думать о комплиментах, не надо. И так в отношениях мы, в сексуальной близости, ну как бы и так мы по-разному реагируем на нее. Постоянно какие-то мысли у вас. Женщина, когда занимается любовью с мужчиной, она, вы для того, чтобы прийти к какой-то кульминации внутренней, я сейчас даже не говорю про оргазм, а просто настроиться на удовольствие, вам нужно преодолеть массу барьеров, массу паутин, разгрести в своем сознании, чтобы прийти к этому. Поэтому концентрируйтесь на ощущениях в своем теле, на своих эмоциях, на своих чувствах. А тогда комплименты будут 100%. 100% срабатывать, если они будут естественными. Между прочим, вот если говорить про такие речевые посылы, очень часто, например, мужчины и женщины в близости любят обзывать друг друга или использовать какие-то определенные формулировки. А мне вот есть, если здесь есть такие девушки и мужчины, напишите, пожалуйста, в комментариях. Такое было в вашей жизни. Ну, например, во время близости мужчина, вместо того, чтобы сказать вам, что вы красивая, говорит, сука, там, мразь, овца, там, назови меня то и каким-то гадким словом. А многие люди, например, хотят это сделать, но сдерживаются и не позволяют себе, думая, что они могут обидеть своего мужчину. То есть комплименты давайте в сторону уберем, а подумаем лучше об этом. И вот если вам, может быть, нравится, чтобы вас как-то называли по-особенному, скажите, пишите об этом. Может быть, вы держите в тайне что-то? Тоже пишите. У нас здесь на моем канале можно вообще все писать. У нас абсолютно открытое пространство для разных мнений. Ну и самая страшная ошибка в сексе, которую я нарыл в сети интернет, то есть это рекомендация женщинам во время близости с мужчиной. Я, я, вы даже не догадаетесь. Ну вот правда. Вот просто не догадаетесь. Вот прежде чем я скажу, что это за ошибка, я хочу вам еще раз напомнить. О то, что я каждый месяц для тех девушек, у которых возникают трудности с самооценкой, в общении с мужчиной, с сексуальностью, с выходом замуж, с поиском предназначения, если у вас есть с этим проблемы, я приглашаю вас на свою бесплатную диагностическую программу. Я такая одна, удобна ли уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Принимать участие можно из любой точки мира. Где бы вы ни находились. Переходите по ссылочке и регистрируйтесь. Так вот, вы знаете, что там было написано? Что сексуальную жизнь необходимо разбавить юмором. Вы представляете эту картину себе? То есть во время близости с мужчиной вы в какой-то момент говорите ему: Гриша, Гриша подожди, Гриш. Послушай, анекдот расскажу тебе. Заходит сосед к соседке и говорит, у тебя соль есть? В этот момент, чтобы вы понимали, у Гриши там уже все кипит. Гриша 50 тысяч раз подумал про ежика, которого переехала машина, чтобы раньше времени не кончить и чтобы вместе с как бы женщине помочь своей довести ее до оргазма. Он, приоткрыв один глаз, считает количество лепестков на ковре, висящим на стене для того, чтобы тоже отвлечься от преждевременного семяизвержения, пытаясь как бы, произвести впечатление. А она ему тут анекдоты поржать. Я не знаю, конечно, может быть, кто-то из вас пробовал при помощи юмора разнообразить сексуальную жизнь. Я таких случаев не встречал. Но если здесь есть такие девушки, либо мужчины, и вы действительно можете похвастаться тем, что юмор... Именно во время близости помог вам получить какое-то невероятное удовольствие. Напишите, пожалуйста, я знаю другие случаи. Я знаю случаи, когда перед близостью мужчина и женщина находились в состоянии радости и веселья. Допустим, они посмотрели какой-то очень классный фильм, комедийный, где было много смеха и повода поржать. Естественно, когда они находились вместе, произошла выработка окситоцина, эндорфинов, дофамина. Они сонастроились через биохимические процессы друг с другом. И после этого, входя в близость, они действительно могли через ощущения свои столкнуться с совершенно новыми для себя ощущениями. Такое действительно может быть. Но чтобы во время секса ржать, и это улучшало отношения. Я такого никогда не слышал. Я очень верю и надеюсь, что это видео было полезным для вас. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Ну и, конечно, не забывайте регистрироваться на мой бесплатный онлайн-интенсив. Ссылка на него находится под этим видео. Всем пока-пока и до встречи.